Казанский федеральный университет посетила делегация компании UTCA Америка во главе с президентом и главным исполнительным директором Рэем Чудхури. Компания является североамериканским корпоративным центром исследований и разработок корпорации Yazaki, глобального поставщика автомобильных деталей. Гостей встречал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Визит направлен на поиск возможностей сотрудничества с КФУ. Гости посетили Высшую школу информационных технологий и информационных систем и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Напомним, что в апреле 2018 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере совместных исследований между Казанским федеральным университетом и компанией UTC корпорации Yazaki. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.